Самарскому художественному театру, прежде известному как «Театр витражи», 25 лет. Юбилей актеры и сотрудники театра отметили капустником, увидеть который могли все желающие. Капустник – это праздник для зрителей и праздник, конечно же, для самих артистов, которые участвуют в нем. 25 лет театру исполнилось еще в декабре, но из-за эпидемиологической обстановки торжество было перенесено. В итоге празднование приурочили к юбилею ведущей актрисы театра, основателя и директора Аллы Набоковой. 25 лет – это такой хороший возраст, когда уже есть багаж, есть опыт и есть к чему стремиться. Поэтому вот в ближайшее время мы запланировали работу с 5 режиссерами. Это и самарские режиссеры, и приглашенные режиссеры из Москвы. Сейчас в театре идут премьерные спектакли. В программу вернулась востребованная зрителям «Чайка». 31 марта публику ждут на комедийную постановку «Нет женщин, нет проблем». А в апреле труппа планирует изменить формат спектакля «Бесприданница». Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.